Апостолос Трифилис, директор Александрийской патриаршей библиотеки. Окончил Афинский университет и аспирантуру в университете Лиона и Белграда. Спасибо большое, что вы согласились на это интервью. У меня 5 небольших вопросов по теме прошедшей конференции. Первый вопрос. Какова роль традиционной православной аскетики в современном мире? Православная аскетика важна для современного мира, если мы реализуем ту модель, которую несет миру аскетика. Это станет нашим ответом потребительскому образу жизни. Особенно сейчас, когда существует кризис моральных ценностей и принципов, и люди считают, будто покупать и тратить — это единственный способ достичь счастья. А аскетическая жизнь показывает, что только духовным путем мы можем стать ближе к Господу. Для меня именно это является подлинным счастьем. Многие современные богословы утверждают, что современное общество переживает кризис, и этот кризис религиозный. Как вы думаете, каковы основные вызовы современного светского мира для православной церкви? Я не согласен, что тот кризис, который мы переживаем, это кризис религиозный. Это кризис этики, морали. И финансовый кризис, который повсеместно обсуждают, прячет за собой как раз кризис морали и этики. Православная церковь может лишь предлагать и распространять модель жизни, ценности и принципы, которые она представляет на протяжении всей своей истории, длиною в 2000 лет. Поэтому самым важным для меня является то, что православная церковь не часть проблемы, а решение этой проблемы. И она станет реализованным решением этой проблемы, если у нее появится возможность говорить о своих принципах и моральных ценностях. Какой общественный проект может осуществить церковь, чтобы улучшить ситуацию в современном обществе? Каковы пути выхода из кризиса этики? Для меня главным шагом на этом пути является единство церкви. Одной из главных